Дед Мороз и Снегурочка создают сказочное настроение в больнице. Маленькие пациенты рассказывают стихотворения. Взамен получают подарки от Могилевского отделения Белорусского детского фонда. Сладкие презенты вручают в рамках республиканской благотворительной акции и областного марафона. За подарки спасибо большое. Вот, все-таки в преддверии праздников и для детей неожиданность такая и приятные эмоции. Для скорейшего, так сказать, выздоровления. В педиатрическом отделении для детей дошкольного возраста находится 33 ребенка. Лечат бронхит, гастрит, ОРВИ и ларингит. Каждый мечтает лишь поскорее выздороветь и встретить Рождество дома. Большое спасибо всем тем, кто сегодня на посту помогает, оказывает помощь, создает тепло и уют здесь, лечит их. И мы очень хотим пожелать всем крепкого здоровья и больших радости в новом наступившем году. Вкусное угощение ждет и детей, которые находятся в социально опасном положении. В театре драмы и комедии собираются 250 ребят. Для них актеры готовят, но очень восточную сказку. Сначала водят вместе хороводы, а дальше самое главное – представление на сцене с Джином, Аладдином и Жасмин. Мне очень понравилось, думаю, дети тоже ждут каких-то впечатлений, впереди Рождество. А как свойственно на Рождество, чудеса сбываются. Я хочу пожелать всем здоровья, счастья, любви, чтобы все было хорошо. Новогоднее настроение есть после такого, конечно. Дедушка Мороз пришел, джин был, очень все красиво, елочка зажглась. Вот уже 25 лет акция «Наши дети» стучится в двери больниц, домов-интернатов, опекунские и приемные семьи, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Государство позаботилось, чтобы в преддверии Нового года и Рождества каждый ребенок почувствовал атмосферу праздника, теплоту и поддержку. И, конечно же, получил подарок. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.